не свежание старшего поколения. Осенним листопадом летят странички календаря, и среди них есть день, который предоставляет нам замечательную возможность выразить вам признательность и благодарность за труд, знания, талант, который вы вложили в развитие нашего города и района. 1 октября – это день добра и уважения к вашим доброму поколению. И в преддверии этого замечательного праздника мы рады видеть ваши улыбки и сияние ваших глаз. Для нас это очень важно, чтобы рядом с нами была ваша мудрость, бесценный опыт и доброта, которые всегда помогают нам выбрать верный жизненный путь, сохранять семейные традиции и нравственные ценности. Желаем вам самое главное – здоровья. Будьте всегда окружены заботой, уважением и пониманием близких. Не теряйте задора и оптимизма. Пусть всегда находится время и повод для любимых дел и приятного отдыха. Ну а сейчас мы приглашаем для поздравления председателя Несвежского районного совета депутатов Валерия Михайловича Лазюка. Уважаемые жители старшего поколения, ветераны труда, от всего сердца поздравляю вас с Днем пожилых людей, праздником мудрости, добра и уважения. Эта дата не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности вам, нашим отцам и матерям, ветеранам войны и труда, пенсионерам, за уклад развития Несвежского района, за многолетний и добросовестный труд. За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую связь времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда на роду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших. Отдельное спасибо ветеранам войны, которых у нас осталось уже немного, которые вынесли трудности военных лет, отстояли независимость нашей Родины, восстановили страну. Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизни сил хватило надолго. Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких. Спасибо. Благодарим вас, Валерий Михайлович, за такие добрые и теплые слова поздравлений. В этот праздничный день все для вас, дорогие, пожилые в годах, а в душе молодые. И пусть в ваших домах царят мир и уют. Пусть ваши дети и внуки всегда вас берегут. А здоровье для вас будет спутником верным, полной чашей счастья и радость безмерной. И, конечно же, свое музыкальное поздравление вам дарит вокальный ансамбль «Рябинушка» – отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, государственное учреждение, Несвежский районный центр социального обслуживания населения. Руководитель Татьяна Хомич. Встречайте!
Друзья мои, большие аплодисменты вокальному ансамблю «Бинушка». Цветы нашим участникам от благодарных зрителей. Ваши аплодисменты. Громче, громче, друзья, поддержим этих юных, души счастливых, прекрасных, очаровательных исполнителей. Спасибо. Пожилой возраст имеет свои преимущества. Именно теперь человек может подвести итоги прошлым годам, мысленным взором окинуть пройденный путь. В пожилом возрасте есть свои прелести. Пожилые люди всегда рассудительнее и опытнее. Но даже в эти годы человек может проявлять свое активное отношение к жизни, заниматься любимым делом, которое радует не только себя самого, но и окружающих. Сегодня, в преддверии Дня пожилых людей, мы традиционно подведем итоги конкурса «Лучшее подворье». Участие в нем, как всегда, принимали самые трудолюбивые, самые активные, самые талантливые люди пожилого возраста. Их приусадебным участкам присущи оригинальность и креативность, буйство красок и изобилие различных декоративных элементов. А главное, в каждом из них присутствует частичка, вложенная в любимое дело души. Предлагаем вашему вниманию фильм, который познакомит с участниками лучшего подворья 2023 года. Все внимание на экран. Я ключник Зоя Павловна, проживаю в городке Аношки. Раньше работала в Минске водителем троллейбуса. Теперь на пенсии. Вернулась в родительский дом, занимаюсь благоустройством, сажаю цветы. Огородом занимаюсь, провожу порядок понемножку. Растут портензии, что ромашки. Я люблю заниматься рассадками всякими. Рассадой, цветами, да, делимся с соседями. Они мне, я им. Что их нету. Так живем. Теплицу построили, картошки посадили. Сажаю огород, огурцы, помидоры, кабачки. От работы на земле получаю удовольствие. Семья Ленчики. Меня зовут Антон Бориславич, это моя супруга Марина Фабияновна. Оба мы уже пенсионеры, но еще работаем. Занимаемся домохозяйством, цветами. Цветы, конечно, этого лежат 150% это на плечах супруги. Разведением птиц, у меня, в частности, в этом году орпитоны появились, цесарки, павлины, фазаны. В этом году, я брал у знакомых яйца орпитонов 20, вышло у меня из них 15 цыплят. Сейчас я договариваюсь, со своим товарищем Спершая взять у него курей маранов. Хочу выйти на знакомого в Пинск, у которого, фазаны румынские, зеленые. Цесарки у меня, три, две курочки и петушок. Я завел утки охотничьи, то есть дикие. Ее кольцуешь, ставишь на воду, она там кракает, плавает, и к ней посаживаются, селезни. Что касается участка, разводим, стараюсь, экзотические сорта деревьев. В частности, хурма растет у меня. Там грецкий орех. Два больших дерева – это абрикосы.
там орех. Персики растут, японская айва, молдавская айва, китайский лимон. Нема у житті большого щастя, як жить і працювати на той землі, на якій ти народився. Я лічу, що ми з мужем щасливі люди, що все життя прожили у вёсці, маємо господарку. Муж більше уваги віддає живності, ну а я, безумовно, огороду. Вельми люблю квітки. Наша сядіба палає квітками, особливо ранньою весною, створюючи добрий настрой не тільки нам, господарам, але і усім тим, хто йде побач. Перевагу віддаю шматгодовим квіткам. Радує вока, коли тільки з'являються примулки різного кольору, крокуси, тюльпани, пізніше ружі, гладіолуси, астрочки, цинія. А до всього цього ми, безумовно, отримуємо осолоду. Думаю, що ми ще шмат годів поживемо на цій землі, яка нам дає здоров'я і силу. Я Елена Адамовна Подчаша. Проживаю вместе со своим супругом здесь, 17 сентября 2, городе. Супруга зовут Владимир Вячеславович Подчаша. Это, можно сказать, мое наследство. Здесь я родилась, училась, выросла, ходила в школу, затем работала на сахарном заводе 32 года и всю пенсионную жизнь живу вот все время на одном месте. Участок наш очень большой, но всю жизнь стараемся держать его в красоте, в порядке. Может, сейчас и не хватает сил, но ничего, справляемся покуда. А далее все впереди. Я желаю, если посмотрят нас более молодые люди, чтобы они переняли от нас все хорошее в природе. Чувство к цветам, доброта – это людей считается. Как мы своими руками обработаем, так нам жизнь подарит в обратном направлении все что-то ценное, хорошее. Это имеется в виду отношение к природе, это отношение как бы как к своим детям. И она тебе отдаст все то хорошее, которое мы стараемся вложить, отдать своим детям, детям, внукам. Вот что я хотела бы сказать. Я Панкрат Анна Андреевна. Проживаю в поселок Ударный. В этом доме мы уже проживаем, наверное, где-то около 30 лет. Сами строили его. Но мне очень нравятся цветы, занимаюсь цветами, клубника. Туями, это, я скажу по-честному, это сын, это его болезнь. Он возил их, покупал, привозил, садил, поливая, да, каждую весну там их чистит, доглядывая, короче. Это он занимается. Детьми своими я горжусь, они моя гордость, они меня поддерживают, помогают. Сын и материально, и морально поддерживает. Ну, люблю цветы, целую весну сажу, сею, все. Все занимаюсь цветами. Ну, сын тоже он любит, он тоже поддерживает меня. Сажу две градки клубники, теплица, помидоры, свекла, фасоль, морковка, ну, картошка, все, что надо, все есть. От работы на земле получаю большое удовольствие. Я хозяйка участка этого дома, Пруй Валентина Ивановна. Проживаю с хозяином, тоже Валентином Ивановичем. Живем уже мы 51-й год вместе. Ну, проживаю я в Высокой Липе, агрогородок Высокая Липа, уже 51 год, даже и больше. Ну, теперь у нас городская жизнь. По сравнению, как была вперед. И мало работы, все, я занялась своей красотою. Сажу, палю и хожу любующе. Создала деревенский подворок. Подстать себе с дедом, с бабою. Сажу розы, все. Вот тут я зробила
як та сталовая, а там культурный досуг. Ну что, у меня сад, кустарники, поречки, виноград, агрест, вишни. Ну, конечно, там помидоры, лук, все, что только капуста. Теплицы, тоже помидоры, уже огурцы, все. Хожу, любуюсь, сажу, полю. Семья Бука Михаила Михайловича и Нины Ивановны, проживающих в агрогородке Юшевичи с 88 года. Ну, подборы, значит, когда мы получили этот дом, ну, голый участок был. Постепенно пристройку сделали, кухню. Ну, все, короче, трудились, как пчелки, чтобы что-то улучшить, благоустроить. Ну, а потом начались цветы. Отвоевала у хозяина участок под картошки, сделала клумбу, убрала сад старый. И начала все по новой высаживать, по своему усмотрению, как мне виделось, как хотелось. Но не все, как говорится, сразу все это было построено. С годами, потихонечку, то одно клумбочку заделали, потом посадили тут и кустарнички, и все. Ну и начали. Ну, она у меня художник, изобретатель. Все делается, что душа желает. В этом году решила сделать ограничение. У меня газон, там заезжают машины. Думала, какие-нибудь ограничители, камни положила. Они некрасиво. И сделала мячи богов. Собственно, ручно слепила из того, что было. Ну, с каждым годом интересы меняются. Коллекции цветов улучшаются, поэтому хочется все занести на свой участок. И рододендроны заводила, но не прижились. Я работала с садовой коллекцией, и все новые сорта, которые появлялись, я все приобреталось, все сажалось. Ну, что-то проживало, что-то нет. Ну, осталось то, что, наверное, должно остаться. Поэтому мы довольны своим участком. Часто вечером, особенно когда уставший, сядешь на скамеечку и любуешься плодами своего труда. Я Кулик Ольга Владимировна, проживаю в деревне Новоснов вместе с супругом. Проживаем мы уже 56 лет совместной жизни. Люблю заниматься цветами. И особенно петунии. Сама выращиваю. Ну, люблю, в общем, все цветы люблю. Хозяин у меня сремонтировал арку. Посадили мы девичий виноград, который у нас уже много год растет. Этим всем занимаюсь вместе. Вместе с детьми, с мужем, с внуками, с дочками. Приезжают, помогают. Занимаемся, кроме цветами, еще у нас растут помидоры, огурцы, две теплицы, картошка, орехи грецкие есть у нас, виноград есть. В общем, любим, конечно, заниматься мы этим всем. И к нам приезжают дети, внуки. Поздравляю с днями рождения, дарят подарки нам. Любим работать на земле. Я Кравец Галина Викторовна, 40 лет уже проживаем в агрогородке Лань. Вот. Очень люблю заниматься цветами, особенно любимые мои цветы – розы. Любим принимать гостей, детей, внуков. Дети уже все отдельно взрослые, внуки уже взрослые. С мужем уже живем 46 лет вместе. Муж золотой. Участок небольшой, но все равно уже знаете, что не молодые, ну, приходится работать. Вот, стараемся. Своя картошечка, помидорчики, вот, теплицы свои. Все. Ну что, подсобное хозяйство особо теперь уже не держим. Курочки у нас. По 30 штук курочек.
снабжаем детей яичками. Собачка есть, котик есть. Вот у нас там постройки, летняя кухня, гараж, сарай, машина. Все есть. Беседка для гостей. Летними вечерами любим шашлычки пожарить, посидеть в беседочке. Дал бы Бог еще немножко пожить, чтобы на пенсии и заниматься любимым делом. Потому что когда-то как работали, были маленькие дети, не было времени. А теперь вот можно душу отвести. Я Людмила Евгеньевна Матус. Проживаю в этом доме уже 40 лет. Люблю заниматься цветами. Выращиваю цветы розы, клематисы, ромашки. Люблю также заниматься и бегониями. Лабелии сажу, сама высеваю. Я каждое утро выхожу и радуюсь своими цветами. С ними разговариваю. Когда я с ним поговорю, они на завтра лучше цветут. Кроме цветов, еще выращиваю овощи. Капуста, помидорчики, перец, лук. Ну, разные сажу. Пекинскую капусту сажу, пробовала садить, у меня получается. Я Власевич Мария Аркадьевна. Проживаем мы в городе Несвеже. Проживаем в этом доме мы уже 16 лет. Вдвоем с супругом. Дети наши уже взрослые, у них свои семьи. Они проживают в городе Минске. Ну вот, это мое хобби на сегодняшний день. Чем я занимаюсь, чем я увлекаюсь. Уже 4 года на пенсии. Ну вот, нашла себе в этом свое занятие, свое хобби. С раннего детства, конечно, все это любила. Но жили мы в квартире, не могла позволить себе это. Ну а теперь вот, мне уже... 16 лет мы здесь проживаем, и у меня вот такая есть возможность на сегодняшний день заниматься вот этот и создавать эту красоту. Конечно, без моих любимых родных людей мне бы это не получилось. Это большие мои помощники, это муж, дети, которые мне поддерживают меня, помогают мне во всем. Ну, самые любимые мои цветы на участке – метельчатая гортензия винила Фрайс. Она очень красивая. Я еще люблю, очень люблю розы, клематисы. Это мои самые любимые цветы. Петунии, которыми я тоже горжусь. Хотя в этом году весна была очень холодная. Они себе не в полной красоте себе показывают, но тем не менее цветут. Цветов очень много. Я даже не могу сказать, сколько на участке у меня цветов. Но на выходные съезжаются дети. И вот это наша небольшая зона отдыха, в которой мы проводим свое все свободное время. Пьем чай, делаем шашлыки. Дети любят загорать, загораем. Наслаждаемся всеми красотами нашего белорусского лета. Председателя Несвежского районного совета депутатов Валерия Михайловича Лузюка, а также приглашаем понятно на сцену директора государственного учреждения Несвежский районный территориальный центр социального обслуживания населения Андрея Николаевича Петрученю. Пожалуйста, под аплодисменты. Диплому участника конкурса «Лучшее подворье 2023» в номинации «Цветочная фантазия» награждается семья Акулик Ольги Владимировны и Викентия Владимировича, деревня Новый Снов, управляющая делами Сновского сельского исполнительного комитета Любовь Николаевна Гайдук. Приглашаем всех на праздничную сцену. Принимайте
награды. Ольга Владимировна, просим вас задержаться на нашей праздничной сцене для общей фотографии. Дипломом участника конкурса «Лучшее подворье 2023» в номинации «Стиль и гармония» награждается семья Подчаша Елены Адамовны и Владимира Вячеславовича. Городской поселок Радея, председатель Радейского поселкового исполнительного комитета Чижик Дмитрий Михайлович. Награждается Панкрат Анна Андреевна, агроградок Ударный, председатель Каратейского сельского исполнительного комитета Наталья Леонидовна Цверко. Дипломом участника конкурса «Лучшее подворье 2023» в номинации «За любовь к земле» награждается ключник Зоя Павловна, агроградок Канушки, председатель Козловского сельского исполнительного комитета Ярош Олег Павлович. Олег Павлович, приглашаем вас подняться на эту сцену и забрать награды для Зои Павловны. Дипломом участника конкурса «Лучшее подворье 2023» в номинации «Я на подворье не один» награждается семья Енчик Марии Фабьяновны и Антона Бориславовича Древнеславкова, председатель Несерского сельского исполнительного комитета Сергей Николаевич Белозарович. Дипломом участника конкурса «Лучшее подворье 2023» в номинации «Мое подворье. Радость для души» награждается семья Кровец Галины Викторовны и Василия Михайловича, агроградок Лань, председателя Ланского сельского исполнительного комитета Людмила Иосифовна Буглай. Дипломом участника конкурса «Лучшее подворье 2023» в номинации «Золотые руки» награждается Матус Людмила Евгеньевна, город Несвеж. Приглашаем на сцену заместителя председателя Несвежского районной общественной организации «Белая Русь» Татьяну Васильевну Муклынину. Итак, дипломом третьей степени награждается семья Бруй Валентины Ивановны и Валентина Ивановича, агрогородок Высокая Липа, председатель Липского сельского исполнительного комитета Наталья Викторовна Карпач. Победители диплома третьей степени. Принимайте, забирайте. И аплодисменты всех тех, кто находится в зрительном зале.
Итак, дипломом второй степени награждается семья Бука Нины Ивановны и Михаила Михайловича, агроградок Юшевича, председатель Сизовичского сельского исполнительного комитета Олег Степанович Виноград. Для того, чтобы у нас получилась большая, красивая фотография участников и победителей. «Лучшее подворье 2023». Best Pack, директор Сидельников Константин Александрович. А также частное торгово-унитарное предприятие АЛ-2Д, заместитель директора Ильюкевич Вадим Владимирович. Неумолим век времени. В детстве нам кажется, что годы нестерпимо медленно ползут. В юности они идут, зрелости уже бегут. А теперь, увы, они летят, но не беда. В этот теплый предпраздничный день мы соберем для вас прекрасный осенний букет. Из красивых песен добавим туда радость долгожданной встречи и украсим вашими улыбками и сиянием глаз. Сегодня мы собрались здесь, чтобы окунуться и отдохнуть от повседневных забот и проблем, подарить себе приятный, незабываемый вечер. И сегодня, дорогие друзья, для вас будут звучать музыкальные поздравления. И прямо сейчас на нашей сцене вокальный ансамбль «Колорит». Встречайте! У кожного огеньчик есть и у сердца, и у очах. Продается,
куды вертаюсь я сном и сном, где отшиваю, як сердце бьется, не продается, не продается. Самые маленькие участники нашего концерта. Встречайте на сцене вокальная студия «Минутка». Руководитель Ольга Александрович. Образцовый детский танцевальный коллектив «Оникс». Руководитель Екатерина Лобоза. Встречайте. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне веришь?
рассвет. Осень моросила столько лет, столько лет. Где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Тебя, как жилось мне на свете этом, тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не била, лишь бы все, это все не напрасно было. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, все мне ясно стало. Нашим самым юным участникам праздничного концерта. Ну что ж, за вашими плечами огромный жизненный путь, полный печали и радости, бед и мелких поражений. Но все, что было, и хорошее, и плохое, сложилось в удивительную и неповторимую мозаику, имя которой – жизнь. И в этот праздничный день, конечно же, хочется пожелать вам, чтобы дальнейший жизненный путь был наполнен только хорошими событиями и радостными вестями, добрыми встречами и счастливыми моментами. Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми, и наполнены оптимизмом. Ну а сейчас на эту праздничную сцену мы приглашаем хор ветеранов труда «Оптимисты», руководитель Ирина Латушко. Встречайте! I'm
дорогие друзья, ваши аплодисменты и хор ветеранов труда «Оптимисты» и, конечно же, цветы от благодарных зрителей вам, дорогие участники этого прекрасного коллектива. Мы вас тоже поздравляем с наступающим праздником и желаем оптимизма, творческих сил и, конечно же, крепкого здоровья. Кидает ваш дом. Пусть любовь ваших детей и смех ваших внуков наполняет радостью душу. А хорошая песня всегда будет верным спутником вашей жизни. На сцене Игорь Дубешко и Жанна Чучман. Встречайте! Встречайте.
нашей сцене Юлия Ковш и Алла Шибут. Татьяна Козлова и Валерий Чучман. Встречайте. Вечной мы
я, а мы будем счастливыми. Что ж, как говорят, жизнь прожить не пули перейти. Уважаемые друзья, за вашими плечами огромный жизненный путь, который состоит из печали и радостей, из побед и мелких неприятностей. Но все это хорошее и плохое сложилось в удивительную неповторимую мозаику, имя которой судьба. А она у вас интересная и насыщенная. Главное, чтобы вы всегда оставались молоды душой. Ну а сейчас пусть вам станет теплее от хороших песен. На эту сцену мы приглашаем молодых, жизнерадостных участниц ансамбля песни «Элегия». Руководитель Тамара Прыгун. Встречайте! Дорожку осветила. Зачем в глаза?
Дорогие друзья, ваши аплодисменты этому удивительному коллективу. И, конечно же, цветы от благодарных зрителей вам, дорогие участники. Благодарим еще раз за прекрасное исполнение. Ну что ж, дорогие наши, в этот прекрасный день мы еще раз от души поздравляем вас с наступающим праздником. Будьте счастливы и здоровы. Ведь счастлив не тот человек, у которого есть для этого основание, а тот, у кого достаточно жизнелюбия, чтобы радоваться всему, что с ним происходит. Пусть рядом с вами всегда будут те, кто способны поддержать вас в любой жизненной ситуации и разделить с вами не только миг удачи, но и минуты тревог. И пусть ваши добрые глаза всегда излучают тот неповторимый теплый свет, который так необходим нам, вашим детям и внукам. На сцене народный ансамбль песни «Забава». Встречайте. И все участники нашего концерта –